И о проблемах городских коммунальных. Улица, залитая отходами. Сегодня утром на улице Трубачеева произошла коммунальная авария. На сетях водоканала случился засор на трубопроводе. Стоки канализации появились на асфальте около 10 часов утра. Как пояснили представители предприятия, авария произошла из-за отсутствия профилактики. Ну, видимо, в результате дождей песка намыло где-то, попало, грунт вынос идет. А потом по дороге профилактические работы проводить очень сложно. Ну вот... Результат. Это ж канализация. Прорвало трубу, получается? Ну, не трубу не прорвало. Просто засор на трубопроводе случился на коллекторе. Поэтому вот выход идет. Коммунальная авария сильно затруднила движение по всей улице. На ее устранение потребовалось больше полудня.